Друзья, всем привет. Сейчас меня кто-то цепанет. Короче, я на своем месте, вот, на пасеке. Ай-яй-яй-яй. Вот, красота тут такая вот. Прям вообще. А вот. Ну, меда, конечно, тяжелое, все запечатанное. Вот. Все рамки запечатанные, как их показать. Не знаю. Если получится вытащить мне. Тяжелый, короче. 5 суперов, по-моему, ставил. Ну так я 4 взял. И еще одна. Ну, в общем, вот так вот. Очень такой ароматный. Это не полное, так сказать, а эти где-то есть и полные прям. Думаю, что каждый улей где-то весит, может быть, 25 килограмм, 20, то может 20 килограмм, вот так. Я могу ошибаться, но тем не менее. Весов нет, что взвесить, но тяжелые. Отводки. Времени у меня не было приезжать, делать им вторые корпусы. Просто не было. Но нормальные. Эти все хорошие. Этот один только плохой. Вот этот вот не восстановился. А эти прям крышки не мог оторвать. Вот этот, наверное, из них, вот этот, что ли. Ну что творится, да, вот этот был сильно. Вот такие вот отводки, их надо было успевать на них верхние корпуса делать, я не успел. Ой-ой, не хавайте меня, телефон упадет. А вот такая красота здесь. Не хочу уходить с этого двора, потому что здесь мед какой-то, я не знаю, ну просто особенный, у него такой аромат. А где бы вам показать капельки светлого меда? Вот прям беленький, видите какой? Вот это капельки медика. Вот тут его больше. Вот. Прям светленькие. Тут такой аромат идет, просто не передать. Ой-ой-ой, как вкусно пахнет. Так что сейчас буду собираться. В общем-то, вот этот один, может быть, я думаю, восстановить уже. Думаю, может быть, трутневый, вот его мало. Вот это больной улик. Матка под... Ну, как бы... Меняли, или матка потерялась, или погибла. В общем, он стал трутнить. Думаю, может быть, я его восстановлю сейчас, если не поздно. Это все, что мы натаскали. Еще эти надо проверить. Кстати, я еще их не проверял. Вот этот вот. Ах, сейчас цепанет. Ай-яй-яй. Ну, вот он. Вот думаю, может быть, его я сейчас заберу у него. Какой тут аромат стоит, а? Смотрите, какой светлый мед. Тут, короче, мед и весенний, летний, и осенний. Вот этот улик вообще бомба. О, да тут что-то вообще, что-то с чем-то. Сейчас меня как цепанут. Я вам хочу просто видео сделать. Ну вот. Такая красота. Такие, друзья, дела. Так что следите за движением, скоро выйдут новые видосики. Некогда было, занят был. Сейчас поставлю про пчел, кто следит за моим пчеловодством. В этом году у меня
немного. Ну вот и все, в принципе, такая пасека. Но мед все равно взял. Думаю, что здесь 12 галлонов меда будет. 12 галлонов, целая фляга, наверное, 12 галлонов. 1 галлон 3,78, можно говорить, 4 литра. Думаю, что вот примерно вот так вот. Следите за движением, всем всего хорошего. Жизнь в движении. Я вас не покинул.